Элегантная пальма считается настолько сильным растением, что ее присутствие в доме или в офисе благотворно влияет на общий микроклимат. В помещении, где она растет, люди наполняются энергией, уходит ощущение подавленности. Согласно приметам, выращивание комнатной пальмы положительно влияет на судьбу человека. Любые стартапы имеют успех. Конфликты и ссоры в семье прекращаются. Энергетические вампиры обходят стороной людей, контактирующих с хамидореей. Деревце способно наладить дружеское общение и взаимопонимание в коллективе. Растение обладает мощной энергетикой. Окраска листьев хамидореи подскажет, какая именно аура преобладает в жилище. Светлая сочная листва говорит о гармонии и спокойствии в доме. Если ветви начали темнеть, то это сигнал присутствия негативного воздействия. Таким образом, пальма пытается нейтрализовать угрозу. Однако нужно учитывать, что хамидорея будет помогать только тем, у кого чистые помыслы. Если человек желает зла окружающим, то дружбы с цветком ему не видать. Считается, что пальмы хамидорея добавляют своим хозяевам уверенности и спокойствия. Их роскошная листва и раскидистые ветви положительно влияют на самооценку и позитивность мышления. Поэтому их разведение показано скромным и робким людям. Это растение покровительствует людям с честолюбивым стремлением. Присутствие хамидореи помогает творческим людям получить признание, бизнесменам реализовать самые грандиозные проекты, спортсменам достичь новых высот и даже установить рекорд. Хамидорея помогает направлять энергетические потоки в нужное русло, обеспечивает своих хозяев энергией для достижения самых амбициозных целей. Хамидорея будет отлично смотреться в доме и эффективно очищать окружающее пространство от негативного воздействия, а также будет препятствовать членам семьи общаться с недоброжелателями и оберегать от них жилище. Находясь в доме, комнатная хамидорея способствует концентрации внимания и повышает жизненный тонус. На место депрессии, меланхолии к обитателям дома приходит бодрость и жизнерадостность. Как и все пальмы, изящная хамидорея выполняет очистительную функцию, фильтруя воздух от вредных примесей. Формальдегида, аммиака, ксилола, бензола. Также это растение повышает влажность, что благоприятно сказывается на других комнатных растений. Хамидорея не ядовита и не представляет угрозы для человека и домашних питомцев, однако употреблять в пищу его листья и ветви все же не стоит.